Run. Привет, YouTube! Привет, Узловая! Привет, Тула! Сегодня мы продолжаем изучать инновационный опыт оператора по работе с мусором МСК НТ. Мы уже посмотрели, как на Узловской свалке он использует прогрессивные методы обработки фильтрата, как они используют эффективно землю Тульской области, размещая рядом со старым полигоном компактно новый, несколько раз больше. И сегодня я хочу обратить внимание на то волшебство, которое они делают с склонами свалки. То есть свалка — это такой вот слоеный пирог, да, в котором слои мусора должны быть пересыпаны слоями земли, да, чтобы там происходило компостирование и переработка. А склон свалки должен быть очень тщательно закрыт глиной, чтобы газы, которые скапливаются в момент вот этого компостирования и переработки, да, в котором очень много метана, которые горючие, которые вредные, состав точно которых неизвестен, чтобы эти газы можно было через трубы откачивать компрессором, да, и там сжигать или перерабатывать, для этого необходимо очень четко изолировать склоны свалки. От изоляции этих склонов, да, зависит то, как много газа останется внутри тела полигона, да, и с помощью труб его можно будет откачать. Но здесь москвичи — это передовой технологический город нашей страны, Москва, да, люди оттуда очень образованные. Они тут используют волшебство. То есть посмотрите, их склоны открыты. Иногда они засыпаны каким-то строительным мусором, из которого торчат камни и арматура. Но часто просто вообще, да, нет никакой отсыпки. Склон не сформирован, да, то есть он не выглядит таким уж прям ровным, утрамбованным. И с активистами Узловой, когда мы общались, мы поняли, что здесь они используют волшебство. Думаю, у них есть специальный код, волшебник, который делает вжух-вжух-вжух-вжух, и газы внутри полигона. Никаким другим методом научным нельзя объяснить такое обустройство свалки, как мы видим, когда половина ровно, да, свалки, верхняя часть представляет из себя открытый, перемешанный из мусорных пакетов и строительных каких-то хлама склон. Каким образом они там собираются проводить газозадержание? И зачем они поставили трубу единственную для контроля газа прямо на въезде свалки около весовой, мы не знаем. Но догадываемся, что это какое-то московское волшебство. Призываем всех жителей Тулы прикоснуться к этому новому знанию, поучаствовать в изучении его, потому что не каждый день мы видим кота вжуха в работе, но вот в данном случае это волшебство происходит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите в комментах, думайте обо мне по ночам, и до новых встреч!